столичный дом кино снова ходит на Андрея Подашьяна, того самого очарованного принца из фильма сказки «Принцесса на горошине». В доме кино показывают не новую картину артиста Подашьяна, а его фотоработы. О сказочном принце, которого тошнит от сказок, Андрея Подашьяне, история Ивана Коновальцева. Я буду счастлив доставить вам удовольствие, принцесса, потому что с тех пор, как я увидел вас... Ну, давайте скорее посмотрим, что же там. Я сгораю от нетерпения. Ты самый красивый, ты самый желанный, ты самый волшебный принц на земле. Я очень тебя люблю и хочу от тебя ребенка. 27 лет назад сотни подобных признаний в душистых конвертах Андрей Подашьян получал ежедневно. Почтальоны таскали письма к нему домой и вечно ворчали. Совсем от славы одурел, лень на два шага спуститься. «Я не ленюсь, я боюсь», – успокаивал их Андрей. Малолетние визгливые принцессы дежурили возле его подъезда круглосуточно. Без шляпы и темных очков Андрей вообще не выходил на улицу. Сегодня бывшему принцу 45, и красотой своей он больше никого не поражает. А в коридоре спокойно лежат и широкополая шляпа, и коллекция темных очков, дожидаясь нового звездного часа хозяина. Прочь из кадра, вон из кино, подгонял себя бывший выпускник Щукинского училища Андрей Подашьян, когда решил завязать с карьерой актера. К тому же первая персональная фото-выставка в Большом Манеже прошла с огромным успехом. А потом еще и еще биеннале в Париже, Милане, Нью-Йорке. «Я слишком многое упустил», не уставал себе повторять Андрей. «И я должен хорошо работать, и я знаю, как это делается». «Я необычно снимаю, я не люблю поставить человека на фоне пальмы или в волну положить там, так сказать, и вот как это бывает написать «Ялта» там 73, да, вот, и там со вспышкой снять, как там сесть, едят шашлыки и там пьют водку. Нет, мне это не интересно. Я даже в этом находил какое-то необычное изобразительное решение. Несколько лет назад за необычное изобразительное решение Подашьяна приняли в Союз художников России. Цены на его творчество достигли заоблачных вершин. Но плоды неожиданного признания Подашьян пожинает в одиночку. И, слава богу, отмахивается бывший артист. А то, что касается меня, я одиночка, конечно. Ну, у меня были такие случаи в жизни, когда я жил гражданским браком. С одной чудной девушкой, с другой замечательной, с третьей чудесной. Вот. Они все очень хорошие. Но я понял, что пока мне хорошо одному. У сказочной молодости слишком горькое послевкусие, жалуется Андрей. За 20 лет ни одной приличной женщины. Сплошные актрисы. Ну что может быть хуже? Это абсолютная игра. Потеряна грань, где сцена, где жизнь. Потому что вот эти жесты, вот эта вот дикция, вот эти глазки и так далее, и ты не понимаешь, где настоящая сущность этого человека. Сегодня Подашьян обращается с женщинами, как настоящий фотограф. Затвор, вспышка, еще затвор, и главное не засветить. Вообще романтик, конечно же, вне зависимости от нашего вот этого, вот, то, что творится вокруг. Им остался пока. И останусь, наверное, навсегда.